Было это в 1288 году. Брянский князь Роман Михайлович неожиданно стал слепнуть. Он узнал о чудотворной иконе, которая находилась в Киево-Печерской лавре, и отправил за ней архимандрита Петровского монастыря с монахами. Те, получив заветный дар, поплыли обратно. Но, как гласит старинное сказание, вдруг ладья остановилась посреди реки и не трогалась с места. Монахам пришлось заночевать на берегу. Поутру они увидели, что икона из лодки пропала. В ее поисках они обошли все побережье реки и нашли святой образ в ветвях огромного дуба. Узнав об этом чуде, князь Роман пешком отправился на берег реки Свинь. Подойдя к дереву, он долго молился перед образом Пресвятой Богородицы. В тот же час князь прозрел. В честь своего чудесного исцеления князь повелел основать на этом месте монастырь. Изначально он был деревянным и назывался по имени реки Свинь. Спустя века, по указу императрицы Екатерины II, и реку, и монастырь переименовали. Сегодня Свято-Успенский Свенский монастырь – место притяжения тысяч паломников из разных уголков России и зарубежья. Торжество в честь Свенской иконы Богоматери началось по традиции с божественной литургии. Ее совершил митрополит Брянский и Севский Александр, ему сослужили епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир и духовенство Брянского. Метрополии. Служба проходила в стенах возрожденного Успенского собора. И утверди, Его же насади, десница твоя. Икону Божьей Матери написал монах Киево-Печерской лавры Алипий. Он изобразил Пресвятую Деву Марию, восседающую на золотом троне и держащую на коленях предвечного младенца, поднявшего руку для благословения. По обеим сторонам трона на особых возвышениях предстоят печерские чудотворцы Феодосий и Антоний. Сегодня в монастыре хранится список с первой иконы Пресвятой Богородицы. Сам чудотворный образ хранится в Третьяковской галерее. Из монастыря ее вывез директор Третьяковки Игорь Грабарь, который занимался спасением культурных ценностей в годы становления советской власти. После таинства святого причащения все верующие прошли крестным ходом вдоль стен древнего монастыря. Этот крестный ход, совершаемый 30 августа по новому стилю, дань памяти чудесному спасению Брянска и соседних поселений от войск Наполеона, которые шли на Москву. Узнав о приближении французской армии, благочестивые жители Брянска пришли в Свенский монастырь и взяли святой образ Богородицы и обошли крестным ходом вокруг города. Враги бросились бежать, решив, что это многочисленные русские войска вышли к ним навстречу. Тысячи верующих ежегодно участвуют в крестном ходе в честь Свенской иконы Божьей Матери. Многие приезжают целыми семьями. Мы с Любохонского храма. Ну, приехали, потому что мы в том году были, и вот в этом году приехали. Матерь Божию почитать, ей помолиться с детками. Сегодня самый большой праздник для Брянской области. День покровительницы города Брянской иконы Свенской Божьей Матери. Мы являемся подворьем Киевско-Печерской лавры и думаем, что такими вот крестными ходами, праздниками и объединятся два наши народа, и прекратится междоусобная война. Каждый год, потому что Свенская икона Божьей Матери очень имеет большую силу, особенно крестный ход, пройти вокруг храма – это великая сила, поэтому надо все бросать и ходить на крестный ход. Значение крестного хода очень велико. Во-первых, объединяет всех в одно целое. Ведь сам монастырь находится в сосредоточии славянских народов. И в то же время свидетельствует о том, что в течение 7 столетий совершается особый промысел Божий о спасении жителей города Брянска и близлежащих селений, и вообще всех христиан, которые соприкасаются со святыней. Крестный ход продолжился от святой обители через проспект Санкт-Димитрова, улицу Пересвета по проспекту Ленина. Здесь верующих встречали праздничным перезвоном из колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора. На площади перед собором к верующим обратился митрополит Александр. «Святися, славный граде Брянск, славою Свенского образа Богоматери, предстательством Царицы Небесной Господь вновь сподобил всех нас собраться в древние обители и в духовном единстве прославить великую заступницу рода христианского».
крестном ходе приняли участие заместитель губернатора Александр Резунов, председатель Брянской областной думы Владимир Попков, глава Брянска Александр Хлеманков, руководители всех районов области. Сегодня непростое время. Мы должны проявлять любовь друг к другу. Мы должны с любовью относиться к старшему поколению, с любовью относиться к младшему поколению, укреплять наше православие, укреплять нашу веру и с любовью относиться к нашей Брянщине. В завершении крестного хода верующие могли приложиться к Свенской иконе Божией Матери, попросив у Покровительницы Небесной самого главного для себя и своих близких. У нас двое детей, я думаю, нам силы, всем здоровья. Вот, как бы, ну, самое главное, здоровье, наверное, с детками, вот, с родителями, с мамой, все сестры. Очень радостно. На нашу Брянскую землю помолиться, потому что очень сейчас тяжелая ситуация в стране, наводнения, пожары. Чтобы нас Царица Небесная, ну, спасла и помогла нам. Всех участников крестного хода ждала трапеза в стенах кафедрального собора. Александра Седачева, Максим Кузнецов, Илья Бирюков, Дмитрий Терехов. События Брянск и Брянский район.